Я часто спрашиваю себя, что такое время? Материальное его не существует, но оно способно на что угодно. Оно, то есть время, может разлучить людей, подарить жизнь, разбить сердце или вылечить душу. Сейчас каждый из нас живет по расписанию, которое содержит множество пунктов достижения главной цели или мечты. Но следуя этому расписанию, мы игнорируем ценность времени, проявляем безразличие к его скоротечности. Я надеюсь, что мои мысли научат кого-то тому, о чем он и не задумывался. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на пустые занятия или недостойных людей. Уж лучше посвятить ее самому дорогому в жизни – семье, близким людям, которые всегда будут с тобой. Мне бы хотелось привести пример из собственной жизни. Ценить время я научилась несколько лет назад. Трагическое событие преподнесло урок не только мне, но и всей моей семье. День, когда умерла моя бабушка Фрося, стал самым ужасным днем моей жизни. Уже потом, через несколько дней, я поняла, как много времени люди тратят на ненужное, вредное, глупое, когда можно было подарить его близким и родным. Все лето она грустно смотрела в окно, перелистывая каждый день страницы настенного календаря. А я в силу своей молодости и глупости откладывала свою поездку в Россию. И вдруг наступило 1 сентября. Это была последняя страничка в ее календаре жизни. Я не успела увидеть ее. Я знаю, это грустная история, но я бы хотела напомнить прежде всего себе, что время, хотя и не материальная единица, но стремительно течет вперед, меняя все вокруг, даже то, что не под силу изменить человеку. Good job!